Что же необходимо делать человеку, который начинает болеть гипертоническим заболеванием, и что необходимо делать осенью? Хочу вам сказать, осень – это начало обжорства. Так мы устроены, что когда начинается осень, у всех начинает появляться аппетит. Кто с этим не согласен? Осень – это начало аппетита. Осень начинается с того, что человеку сразу же и очень много хочется кушать. С чем это связано? Это связано с периодом холодов. Когда человек испытывает холод, у него выделяется желчь. Желчь провоцирует появление аппетита у человека. Из-за этого в течение дня вы хотите кушать чаще, чем в обычное время. Именно поэтому я считаю, что необходимо делать все для того, чтобы во время осеннего жизнепребывания снизить свой аппетит, а также привести свое тело к уменьшению своего объема. Мои советы. Я могу сказать вам то же самое, что я говорил на прошлом вебинаре. О трех удивительных препаратах, с которых необходимо начинать систему лечения своего организма. Это препарат. Первый препарат – сорбент антитокс. Второй препарат – сорбент каолин. И третий препарат, восстанавливающий микрофлору кишечника, препарат Бактомакс. Бактомакс. Именно с этих препаратов, по моему мнению, необходимо начинать вообще любое лечение человеческого организма. Не стоит искать что-то другое. Вы хотите начать, начните с этого. Что это за препараты? Препарат антитокс – это препарат, который убирает из кишечника, который восстанавливает микрофлору кишечника, раз, снижает и приводит в порядок кислотность желудочно-кишечного тракта, два, приводит в порядок 12-перстную кишку, три, приводит в порядок поджелудочную железу, четыре, убирая панкреатит. Является мощным сорбентом, причем сорбентом очень высокого качества. Антитокс. И запить это одним стаканом каолина, одна чайная ложка на один стакан воды. Вот в таком вот виде и нужно это принимать. Давайте еще раз скажу. Одна столовая ложка антитокс, если сможете, конечно, выпить. Ну, оно кисленькое, но терпимое. А кто принимал один месяц уже вот в такой триаде? А скажите, похудели? Если вы будете принимать вот такую триаду препаратов, то есть будете друг за другом принимать антитокс 1 столовая ложка, после этого Бактомакс 3 таблетки и запивать все одним стаканом раствора, одна чайная, в который идет 1 чайная ложка каолина на 1 стакан воды, то достаточно одного месяца, спасибо, достаточно одного месяца для того, чтобы похудеть от 3 до 8-10 килограмм. Да, это очень эффективно, очень заметно. Утром один раз, в случае, если вам необходимо, или два раза в день, можно утром и вечером. При этом восстанавливается мгновенно функционирование кишечника, исчезает гипертоническое заболевание сердца. Такие заболевания, как бесконечная изжога, или там все время болит или тянет с правой стороны, это все исчезает само по себе.